Главное не начать юзать ивейды до глобала. Они знают, TNT знают, что рядом находится DC. Так, итак, Эмбер отпрыгивает. Магнус РП, увидит. РП, подвоим! Ну и надо. Ну надо. И где Ризоль? Где Ризоль? Купол отдельно поставили. Развалили Ильича моментально. Развалили Ильича, уходит сюда алхимик. Алхимик БКБ ушел, ультапарат по алхимику. Попадает, ультапарата нет. Буквально там не хватило писечки дверной косяк. Погибает. Ризоль просто даблкил, он начинает там вырезать. Там у него рапирос. Вы издеваетесь, ребята. Вы посмотрите на Ризоля. Раз по демону, два по демону. 1500 крит. И теперь по Рейвену. Раз, два. И это еще один минус. Это good game. Трипл килл от Резолюшна. 109 секунд не будет алхимика. Можно просто заваливаться на хайграунд, как себе домой. Зри не спалит. Нет, они обходят по дальнему вот так вот хорошо. А все поздно. Поздно. Рошен уже убит, а Егис в кармане. Запрыгивает. Пошел подкоп. Ку-ку. Боже, что творит Мизери? Сбили Мизери. Огромные проблемы. Ну что ты сделал, Мизери? Он пока живет, Мунлайт, еще мега и Кримсон Гвард, он выживет здесь еще. Не-не-не, его забили Ку-ку, его тоже забили Ку-ку. Мизери бежать, Мизери уходит отсюда. Боже, как? Он съел огромный количество стволов. Сейчас будет на развороте. Демона копать, он заманивает на себя. Демон продолжает жить, он демона на себя загрел. Их тем временем убирает. Что делает DC? Это ужасная драка от DC. Они вообще просто рандомно дерутся в разных точках карты. Но вот она стяжка, у ее проблемы. Резоль должен его зарезал. Его Рейвен отсюда отбегает. Размен пока один. Очень важный фраг. Можно добивать демона. Иллюзия ТБ его просто разматывает. А ку-ку Мизери не отпускает. Это минус 3. Креста, Рен, все время Криси. Атака, майн-контрол. Здесь подкапывает двоих. Шикарная игра от майн-контрола. Можно еще и затрустить. Отличный эпицентр залетает, но есть дисрапшн. Крис себя спасал, подтягивается Слардов. 343, как же он живет, откиливается с помощью Сол Рипа, подтягивается Фата. Нужно, наверное, отойти перед Сайфом. На Хайо под притоп убегает. Но там Сен Кинг просто-напросто. Стана нет, надо убегать, Фати. Станов нет, все. Уже подтягивается. Бежит. Фата страдает. Есть бим. Торрент. Неплохой торрент на сейф от Куроки. Фата разворачивается перед Сайфом. Но Хайо можно убивать. Минус Охайо, но Фата сам погибнет. Там Матумби и изи победа. Давайте посмотрим. Заходит у нас Team Liquid. Не догадались. Прячется очень аккуратно у нас сейчас Undying. Ставится бар в центре. Тут же Шаттл Шаман торгует лицом. Undying ставит топ-стон, вылезает из ниоткуда. Тут же него агресса пытается убить. Но его встречает эпицентром Соник Пейвом. Прокат нереальный. Фатик уже минус 2. Свен просто погиб. Ничего не смог сделать толком. Падает также на Сэндж Депарейшн. Подполз промисом все еще акция. Он тоже погибнет. Это минус 5. Фатики просто их переиграли. Не было подкопа от Олд Элеверна. Я не знаю, что он хотел этим добиться. А тем, что его, наверное, убить сейчас могут. Фенрир Дизрапшн, Метеор, неплохо. И стомп, и все. И трещина будет просто великолепной. Да, это очень сильно. Хрона оставится Пол Чикену, начинает его метелить. Мистик Флэр. Очень, кстати, Фенрир. И много дэмэджа, казалось бы, Чикен пережил, но все равно сверху смогли после кроссфера накатить по нему. И Олд Элевену тоже много дэмэджа достанется. И Фенрира, неужели подвышка будут цеплять? Му. Можно не Фендрира, можно вышку, наверное, лучше будет протаковать. Ну, просто прогонит сейчас всех, хотя может прогнать и далеко верно. Да. За Фендриром гнаться не стал, но вышку позволит забрать сейчас своему Войду. Ой, это Акса. Да, не чувствуется, но нет, он чувствует как раз-таки, что у него на спине лайфстилер. Айс, два мультикас, неплохо сыграно. Закрыли сайленсом и дизрапшн. А вот после дизрапшна будет нереально тяжело жить. Просто спиливает Тимберсоу и дальше продолжает гнаться за Ланемом. Ланем очень серьезные у него проблемы. И Виха уже на месте. Вармлет даже, наверное, не получится толком поиграть. Сейчас будет Старшторм. Но никакой Старшторм не пригодится, потому что пилой распилил. Все-таки прыгнуть на соперника он может в любой момент. И даже вот сейчас три человека под хроносферой. Офигенный Старшторм, от которого у меня просто мурашки похожи. Олд Элевен в таверне, Фенрир туда же. Резолюшн вновь сделал эту игру незабываемой. Просто жесть. Я, когда увидел этот прыжок, я, кажется... Сердце ёкнуло у меня. Да, тоже. Я думаю, у Ихо в этот момент весь турнир перед глазами пронесся, все их матчи, все их какие-то возможно, баталии, вся карьера даже у вся кого-то. Потому что это было невероятно. Ну, настолько жесткий байт и получился. И Олдчикен оказывается под фокусом. БКБ. Какой БКБ? Баш на башу погоняет. Да, ну и Ассайс также просто не выпускают его из башни. Это GG!